Здесь все как в обычном стоматологическом кабинете, только он на рельсах. По Одесской области курсирует уникальный для Украины вагон стоматология. Удобно и выгодно, ну, так сказать. На месте пришел. А так приходится, что вот не доделаем здесь зубами, поедем в Одессу. Вагон присоединяют к обычным пассажирским поездам. Они довозят кабинет до отдаленных населенных пунктов региона и оставляют на несколько недель. За это время врачи оказывают помощь сотням пациентов. Когда у нас уже нету нашего стоматолога, который был начальником поликлиники у нас и очень хороший был специалист, это, конечно, очень хорошо. Список услуг, оказываемых в спецвагоне, широк, но сложные хирургические операции тут все же не делают. Разницы не чувствуем, просто оказывается помощь в разных районах и высококвалифицированная помощь. Людям удобно, что не надо ехать в Одессу, и на месте оказываются все услуги, которые могут в стоматологии быть. В стоматологическую клинику каховские мастера переделали обычный купейный вагон за 3 недели. Здесь 2 стоматкабинета со всем необходимым оборудованием, 4 обычных купе для проживания медиков и небольшая кухня. Работают 2 врача, несколько медсестер и даже есть проводница. Цены здесь значительно ниже городских, но главное преимущество – вагон может приезжать туда, где уже давно не видели зубного врача. На сегодняшний день, да, это хорошее дело, которое может иметь перспективу не только на нашей дороге, на других железных дорогах. Вагон стоматологии уже побывал в Котовске, Вапнярке, Раздельной и готов ехать в самые отдаленные уголки нашего региона. Марина Романова, Думская ТВ.